Свежие новости для вас, друзья. Самые свежие новости для вас. Итак, смотрите, вас ожидают какие-то манипуляции со стороны какого-то человека. Очень какой-то человек может за вами подглядывать, подсматривать, может быть, в соцсетях. Проверьте свои сети, сети паука. Вот здесь мы видим, видите, паучиха такая, которая затянула кого-то или хочет затянуть. Будьте очень внимательны и осторожны в отношениях, особенно с незнакомыми людьми, друзья. Потому что будет много эмоций, если вы погрузитесь в какую-то сферу. Это может быть связано с каким-то обманом. Вместе с тем вы находитесь в ресурсе. Ресурс, прибыль вас ожидает, энергия. По всем статьям используйте это. А также идут некие новые идеи, возможно, которые принесут вам очень много финансов. Очень много финансов.